перевернулись. Красиво, как, смотрите, эпичный кадр. Кстати, аниматроник тяжелее бомб. Ой, там внизу все взрывается, а мы... А я взорвал одну. Ой-ой-ой. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Енот, Нига IP, Серега, Данила, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет, всем здорово. Я захожу. Сегодня пацаны посоветовали, чтобы мы записали рубрику «Выживание на воздушной плите». Поэтому, если опять кушайте, приятного аппетита. И мы взяли очень высокую карту, где Skybox просто находится выше, чем Big City, наверное, в раза два. Да, пацаны? Да. Гораздо больше. Погнали. Общем, сейчас, ребята, выбрал себе аниматроника. Буду, наверное, знаете, кого я брать? Марионетку, потому что это лучший аниматроник. Ну что, полетели. Надо побегать, чтобы плита оторвалась. Там воздух заходит немножко под нее. Отдувает. Во-во-во-во-во, потихоньку. Во, пошло. Ой, а что так резко? Кто-то тронул? Не, никто не трогал. Все, я понял. Она прилипла. Знаете, там немножко жвачку там кто-то кинул. А кто это? Мы не успели подняться, как вы уже... Ой-ой-ой, а кто это? А никто физганом не трогает, не? Не-не-не-не, оно само. Мы все просто на одной стороне. А, я понял, пацаны, как выживать. Надо просто максимально... Ё-моё! Нет, я упал. А я стою... А чё мы умираем так? А, я выжил тебя. Жесть просто, ребята. Зачем? Так, я был на краю. Хорошо. Это плагин последний выжил. Так, добавили. Ну что, пацаны, вы готовы еще раз? Ну, да, да. Так, сейчас будет жестко. Ну что, тяга побольше. Блин, может, надо было шарик все-таки сделать меньше тягой. Ну все равно прикольно. Напишите в комментариях, кто же первый проиграет. Да, я обычно, как всегда, выиграю. Расскажи. Легко? Да, кружимся, как все получается. Все отлично, отлично. Слушай. Ой-ой-ой, осторожно. Двое могут стоять на середине, а трое да. могут бегать. Один вообще может просто делать центр, один даже игрок. Я стал посередине, кто будет центр ловить? Я бегаю. Давайте поймаем центр идеально, ему получается все затащим. А нет, я хочу, чтобы вы попадали, буду тогда вас скидывать. Тебя вы не должны выиграть. Уго, уже высоко, смотрите, пацаны. Уже как карту это видно. Мне кажется, в Big City уже был бы упор, в принципе, вот-вот. А это только половина, да, в два раза выше, чем да. Big City. Ну что, Серега, ты упал? Нет, я еще стою, ты стоишь, а, все понял, живы. понял. Раскачиваем лодку. Ай, блин, эта лодка меня дамажит. Отлично, отлично. Дамажит. Я буду стоять на краю, чтобы вы попадали. Нет, сейчас пацаны все-таки потяжелее, чем марионетка, и у них вес решает их не. Ё-моё! Я упал. И кто еще упал? Кто последний? Фокси летит красиво пузом вниз. Не, вот это. Отлично. Нет, все-таки марионетка. А че все на угол встали? А мы не поднимаемся. А че, мы тяжелые получается? Да что за бред? Что такое? Подождите, стойте, так и должно быть. Все, пацаны, продумано. Платформа. Стойте, хорошо, давайте я добавлю шарик, хотите? Получается, когда я эту платформу проектировал, я сделал под одно количество людей. А количество людей увеличилось. И поэтому мы добавляем шарик. Третий. Давайте еще добавлю. Вот так, 4 шара будет. Вы готовы? Да. А тяга какая у них там, Дима? Большая тяга. Тяга здоровенная. Погнали. Тяга. Ого, мы прям в сторону летим. Тяжная. Серега классные песни поет. Так, вы же ведь сильнейший. Так, я взял очень быстрого аниматроника, но при этом она тяжеленная просто. Да, я. Да что такое? Пацаны, я выиграю. Расскажи. Быстрее. Что, опять круги еще будем намазать? Да. Ну. Падаем. Как вы думаете, мы сможем, пацаны, в этой серии долететь до верху карты? Сможем, да? До космоса. Блин, надо просто организованно как-то это все делать. Она криво, Дима. Я опять последний. Ух, да, ты последний. Я на шарике прыгаю. Дима, ты последний упал, я тебя убью. Да не надо мне убивать. Надо. Фей. Хорошо, давайте я чищу карты. Мы сейчас возьмем еще раз эту построечку поставим. За что ты меня убил? Я же добрый наполовину. Так ты предпоследний. Ой, о, Серега, видишь, сработала твоя штука. Оно убивает сразу.
Да я, не, я не убивает. Ты неправильного аниматроника взял. Я сквозь нее провалился. Да что такое? Что мы не можем в этой серии никуда взлететь? Ого, мы так высоко взлетели. Все, вот сейчас мы должны затащить. Ну я точно. Нормально. О, Серега, все. Смотрите, как красиво мы поднимаемся. Ровно летим. Я упал. Ну, Серега, это как так-то? Я сейчас упаду. Быстрее, быстрее, аниматроник, оживай. Давай, 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 отлично, отлично, отлично. Ребята, вот это прикольно, сейчас вы хорошо. Ближе к центру держитесь, пацаны, ближе к центру. А я наблюдаю, как вы летите, вы на меня прибыли. Да-да-да, вы когда только переклоняетесь, сразу бежите к центру. Ближе к центру, ближе к центру. Направо, бегите. Да, Серега, спасибо, что подсказываешь, спасибо. Лево. Так. Бегаем, посмотрим. Направо. Не-не, я по центру буду стоять специально. От шарика отойдем немножечко. Она строя стала. Там два челика провалились. Я вижу, мы сейчас затащим. А, конец карты? Нет, еще очень высоко. Так. Енот. Ну, блин. Кто там еще? Димас остался. Чумной? Да, мы еще тащим. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, любой может с нами записать ролик, и можно стать уже спонсором канала и получить классные роли на канале Димас ТВ. Вот сейчас енот, кажется. А, все. Настроя. Падайте. Я попрыгунчик. Сейчас енот упадет первый, потом падает. Обойдешься. Не. Все, обошлось. Давайте по центру будем стоять. А, конец карты. Нет, она большая, ты шутишь. Нифига себе, сколько мы уже летим. Давайте посмотрим, я вообще дно увижу. Дно. Конец карты. Так, сейчас будем, пацаны, приземляться. Все живые? Ой, блин, за это у меня немножко лагает. Втроем, да, стоим. Да. А может быть, это битву устроите? Неудобно, вообще нет, уже не видно чего. Мы приземляемся? Вид от первого лица. А, вид спины сзади, да. Вид. Кошка вид сзади, да, получается какая-то. Пацаны, мы падаем или нет? Да. Нет, еще. Стойте. Она сейчас перевернется. Все, перевернулась. Красиво, как смотрите. Эпичный кадр. Кстати, аниматроник тяжелее бомб. Ой, там внизу все взрывается, а мы... А я взорвал одну. Ой. Так, пацаны, сейчас будет еще одно выживание. Только сейчас можно будет брать любого персонажа в Гаррис Монде. Любого, полностью, какого вы хотите. Так, ну что, вы готовы? Зашли? Ну да. О, за шара, конечно, мне интересно, как он будет выживать. Мне кажется, он первый, да? А сам не укатится и будет выживший. Дима, он как проб числится, чтоб ты понимал. Дим, давай. Он не провалится под пол. Как дела, ребят? Ну что, вы готовы? Да. Так, давайте тоже возьмем себе классного персонажа какого-то офигенного. Давай. Бери тоже из Fallout гиганта. Сейчас будем вместе. Ты думаешь? Давай, я лучше за аниматроника. Нельзя жульничать. Я буду за аниматроник. Первый упал. Ай, Плагин, иди в жопу, меня дамажишь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хорош. Что такое? Что там, пацаны, пошло не так? Почему он проваливается? Никто не проваливается. Дима, ты что, упал? Нет, я бегаю за аниматроника еще. Нет! Я последний. Мы с роботом одновременно летим. Робот, как дела у тебя? А вы метр не... Я очень... Я выиграл, ребята. А что ты выиграл? Там... Ничья. Нет, я выиграл. А с чего ты взял, что ты выиграл? А инвентарь не вас всех падал. Пошел отсюда, ты. Так, ну что, пацаны, сейчас будет еще жестче выживание. Нет, пацаны, я буду чужим. Чужим? Я чужой, да, я чужой. Димас чужой, я провалился. Да не, да оно как-то странно. Да я тоже провалился. А почему так просчитывается? Может, из-за персонажа самого зависит? Мы с енотом одни. Я вижу, давайте пацаны посмотрим. Я с енотом. Вот посмотрим, как они выживают. Так, ну что, я ставлю ставки на Сереги. Серега упал. Арбуз упал. Все, я стою. Робот стоит. А как ты, робот, за что ты там держишься? А я просто, все, я выиграл. Пошел отсюда. Я просто shift зажал и все. Все, полетел. Шар самый офигенный. Так, что, шар легко выживается? Да, арбуз это тоже ничего, ну блин. Последнее выживание, но выживание будет непростое.
Да, я... давайте я буду снизу кидать у вас ядерные бомбы. Я сейчас сделаю так, что она будет подниматься медленно, но я сейчас наставлю бомб много, и кто упадет, будет падать вместе с бомбами. Им будет весело. Нет, давайте будет давайте что-нибудь такое, давайте мини-ядерные бомбочки. А давай, может быть, я буду снизу стрелять по платформе, это с БТРа, а, Дим? Там мы-то, мне кажется, взорвемся или его закрутит сразу. Ну давай, я согласен. Мне долго уговаривать не надо. 3, 2, 1. Во, все, я взял аниматроника, успел. О, смотри, как четко летит. У нас там еще запасная платформа. Сейчас повыше поднимемся. Да все хорошо, все летим, че ты? Стрелять? Да, давай, стреляй. Косой. Это ты стреляешь, и мы так переклоняемся? Да. Так ты выравни, выравни нас. Так я выравниваю. Давай, 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 давай. А где ты стреляешь? Вижу, вижу, стреляешь. Вон, выстрел, выстрел. Кстати, такого еще раз ни разу выживания не было. Эй, из-за тебя я пропал, ну! Дима упал, ну. Да ну как-то странно просчитывается, он еще один упал. Из-за выстрелов, наверное. Мы тут с чемным стоим. Я вижу, я вижу. Интересно, кто же из вас выиграет? Какой читер? Ставлю на шар. Данил уже упал, а ну свали отсюда. Так проваливается, я не упал. Упал. Шар, давай, я в тебя верю. Ой, шар, нормально, падайте, нормально. Молодец, молодец. Только бомбы не взрывайте, пацаны, осторожно. Ой, вы что, готовы? Шарик взорвался посередине. Ничего страшного. Шарик. Полетели. А, это Димон, ты шо, нечестно? Да что нечестно? Ё-моё, пацаны, извините. Ой, бомбы просрали. Нормально, сейчас сделаю. Я валю, я валю, я валю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого, платформа откинула. Да мне тоже насрать, я в бутыре сижу. Не, пацаны, не пойдет. Все-таки надо платформу с бомбами запустить. Меня подписчики загнобят, скажут. Димас, где бомба с платформами? Пацаны, все, только не мешайте, сейчас все будет красиво. Да, все, да, хорошо. Да, конечно, да. Мы сейчас отправляем бомбу с платформами. Кто хочет, может на этой платформе полететь. Я не рекомендую этого делать. Кто полетит, потому буду бабахать. Ну, когда полетите. Так, платформа стоит. Бомбу ложу. О, мне нравится эта бомба, я с ней. Сейчас я веревочку еще приделаю, чтобы она не отлетела. А нет, она пусть, наверное, лучше падает. Пусть падает. Так, воздушный шар. Чуньк, чуньк, чпоньк, чпоньк. Что, пацаны, полетели? А, понятно, опять не. Бомба тяжелая, бомба тяжелая. А ты привари ее, привари, Дим. Я тут подготовил арсенал, да кто там что взрывает? Ой-ой-ой, это робот ходит своими топотанием. Ты че мной взорвался, алло? Все, вот сейчас... Точно бомба взорвется. Давай. Так, веревка, увеличиваем длину. Предел силы. Длину вот такую вот где-то. Отлично, бомба есть. Так, теперь шарики. Чпоньк, 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 чпоньк. Ну что, пацаны, сейчас будет эпик. Давайте еще добавим Давай. Пару шариков. Друг, ты собираешься всех шарик стрелять? Пацаны, прощайте. Все. Эпично, все, эпично. Дима. Ой, блин, я не шевельнул случайно. Я не хотел. Полетела. Адьос. Нормально, пацаны. Не, пацаны, надо еще раз. Давай, Дима. Ну, как дела? Тебе давай хорошо? Давай по новой. Все, сейчас я не буду физганом трогать. Блин, ну прикольный ролик же. Весело, весело получается. Мне такое нравится. Ну? Так, все. Вот сейчас я не буду бомбу взрывать. Ой, я не буду ничего такого делать, и физганом вообще не буду эту вонючую платформу трогать. Ничего, Дим, мы я буду коробкой. О, ты коробкой будешь? Коробкой. Да, я буду коробкой. Отлично, так. Подожди, я должен на бомбу залезть. Я лампа. Я на бомбу хочу залезть. Вот так. Прощайте. Вот. Нет. Я полетел. Все. Я коробка. А, мы живы. Да-да-да, вы живы, ребята. Вы красиво летите, мне нравится. Можете не двигаться, мы просто вперед. Не, Серега, бомба взорвется, пусть долетят до верху. Ой, я дебил. Да давай еще раз. Что ж такое? Ребята, ну что, надо еще раз. Это новый Миша, ладно, я дебил. Так, я смотрю, ты стреляешь, как раз где бомба лежит, красиво, четко. Косячник. Ничего, 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 Серега. Так, это же классно, продолжай, to be continued.
Ребята, нам мало. Стоим на меня, я же был на бомбе. Он стрелял по мне. Так, ну что, давайте. Только сейчас бомба будет другая. Мне эта бомба не понравилась. Давайте вот эту бомбу лучше. Как вам она? Толстяка решил Дима. Да-да-да. А почему бы и нет, Серега, если есть возможность? Короче, пусть летят до конца карты. И что? Дим, а мне кажется, она так не будет работать, мы перевернемся. Не, не будет, потому что я сделал вертикальное удерживание. А, ну прощайте. А я коробку. Пусть, короче, Серега, они ударятся о потолок и умрут. Мы улетели. Да-да, сейчас будет, короче, мега взрыв, а потолок. Не активировали. Не, она взорвется от удара. Там очень много шаров. Очень. Можем отсчитывать время. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск. Она уже в атмосфере. Еще выше летит? Да ну ладно, не фиг. Опа, взорвало. Как красиво! Вот заради этого стоило все это делать. Офигеть, аж озарила карту. Еще летит ракета. Ого, кольца! Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Мега взрыв. Все повзрывали бомбы, кто смог. А вот теперь я. О, это Серега, ребята, это Серега. Я покажу, как надо, да? Ты че, псих, что ли? Да, я...